Что я хочу знать о ИФ? Привет, мир, с вами Playboy Атомный, игрушка «Разбить сердце об стол», иначе. Что это такое ИФ? Я докатился до того, что теперь у садовника учусь программированию. Это слово, которое ты можешь использовать в программировании, слово ИФ. If you want too many different things happen, depending... Если ты хочешь, чтобы разные штуки происходили в зависимости от ситуации. Ну и как оно работает? Ты пишешь if, если, в коде. А потом пишешь то, что хочешь, чтобы что проверить. Например, 2 больше 5. Если 2 больше, чем 5, то выполняется какой код? Так это же не так. Это ж какая-то дичь. 2 никогда не может быть больше 5. Вот именно. Поэтому что ты поставишь, если 2 больше 5 не имеет значения? Так к чему это все? Зачем это все? Зачем знания? Они не нужны. Will that affect the rest of the program? А это повлияет на всю остальную программу? Нет. Так зачем? Ты пишешь конец, чтобы закончить условие если. Ты понял? Ну, нет вообще. Я покажу тебе некоторый код. Покажи. Посмотри на эту штуку. Булочка. Только не ешь ее. А что это же булочка, которую есть нельзя? А ну-ка смотрю булочку. Ага, если 2 больше 5, повернуть направо. Иначе повернуть налево. Конец. Я догадываюсь, зачем там та черепашка была. Ага, я понял. Видишь? Булочка с кодом. Так тяжело читать код. Да, это требует практики. Иногда проще читать самостоятельно. Ну посмотри, что я сделал. Ты можешь копировать паттерны других программ для своих собственных. Могу я оставить себе программу? Конечно, бери эту булочку. Она мне не нужна. Кстати, ты хочешь увидеть одну из лучших моих программ? Да. Я очень ей доволен сам. Конечно, покажи, что за программа. Отлично. Похоже, я с Владимиром Киряковым общаюсь сейчас. Разве она не прекрасна? Владимир Киряков, я не думал, что ты устроился садовником в Двериграде. Что это? Я не знаю. Ты можешь его одолжить, если хочешь. Но, пожалуйста, верни его в мой кабинет позже. Я не хочу ее потерять. Ага, спасибо. Давай увидимся. Так. Он мне дал мистический кубик. А, это он написал с вот этим мистическим кубиком. Это у меня второй мистический кубик, правильно? Да-да-да. У меня уже есть один мистический кубик, правильно? Да. Поэтому этот я сложу. Как он выглядит? Но он не как мистический кубик выглядит, он выглядит как цветочек. Пойду отнесу ему в кабинет. То есть он просто сделал безделушку, которая играет. Я думал, там какая-то программа, которая позволяет дендромутанта там вырастить и захватить мир. Ну как-то нет, он мелко думает. Ясно, ясно. Владимир, никаких вопросов. Ну, что ж, работаешь ты теперь садовником в Двериграде, я так понял. Интересно, кем я у тебя буду работать? Давай. Ложим здесь. Я положил назад на место. Оу, пикап хард драйв. Есть жесткий диск. А зачем он мне нужен? Отлично. Пиво какое-то. Зачем пить пиво, когда есть... Спринг сода. Все, пусть играет этот мистический куб.
Тебе нравится, думаю, Владимир, эта музычка. Ты создал? Наслаждайся этим цветочком. А у меня как выглядит мой мистический куб, если посмотреть? А он у меня по-другому выглядит. А ну, какой код тут? Он у меня меняет цветы и проигрывает птичку. Ну хорошо, пусть тут цветочек там играет. Если что, я знаю, где его взять. Правда, не знаю, зачем он мне. Но тем не менее, поговорю. Что еще научишь? Владимир, научи меня еще чему-то. Сенсей! Сенсей, научи меня! Ага, уже что-то сделал с цветами. Я не удивлюсь, если он делает сейчас себе армию цветов, которые смогут всех съесть. И в конце концов, так именно и захватит мир. Он это может. Он уже такое делал с помощью бутылки минералки, взламывать двери, подсоединяться к компьютерам, телепортироваться, включал-выключал погоду. Поэтому что с цветами он может сделать, это только одна догадка. Он может их оживить. Возможно, эти цветы когда-нибудь заговорят и начнут поклоняться Владимиру. Я не знаю, как он там относится к поклонению. Я что-то стукнул. Так. Так. У меня со мной... Лого со мной, правильно. Это хакерская булочка. Ее нужно выложить у себя. Хакнутая булочка. Надо же. А можно ее, интересно, заставить подсоединиться к логу и заставить булочку ходить? Ну-ка. Булочка. Это же не сияющая, да. А, взломать. У нее есть способность connect. Ко. Она не может connect делать, да? Хотя напиток может делать коннект. Открываю. А если я съем эту булочку, что будет? Ем. Ничего, нормально. А, я повернулся направо. Круто! То есть, если сделать еду... Дать ее кому-то, вот, допустим, этой бы сигарету дать. Через эту сигарету ей можно управлять. А я этого раньше не знал. Вот я съел булочку, я повернулся. То есть, если я даю ей сигарету, она начинает ее курить, она выполняет те команды, которые записаны в этой сигарете. Вот это да. Я, похоже, теперь знаю, как управлять людьми. Теперь бы как бы им впарить каждому по газировочке, которая не пучит глазки. И они будут мне перечислять свои деньги. Они станут моими рабами. Так. Ага, нет. А, беру газировку. Я хочу попробовать... Это что-то. Ну, наверное, так не получится. Так. Ставлю газировку. Могу я взломать? Взломаю. Это просто газировка. Коррупция минус 34. То есть газировка понижает коррупцию. А что коррупция делает? А если себе сделать коррупцию наоборот в плюсы? Надо попробовать с коррупцией поиграться. Так, давай, коннект, ты можешь? Connect. Он может делать... Нет, не count. Connect. Давай, допустим, лого. Вот так вот. Соединяемся с лого. Сохраним все это в переменную. Допустим, var. It's... It's
Alive. Вот так вот будет называться. Отлично. Сделали. Я хочу точно... Вот у меня есть черепашечка. Черепашечка. Вставай сюда. Экстрактор возьму, чтобы точно было. Черепашечка пошла. Лого. Да, так он и называется, лого. А можно к нему подсоединяться, интересно? Беру. Черепашечку. Так, ты соединилась с лого, да? И теперь могу ли я использовать вот, вот так вот? Нет, не лого. А вот эту переменную. It's alive. Точка. Move. Вот так вот. Наверное, я делаю что-то пока не то. Наверное, это если я буду пить эту водичку. Нету такого, да? Только вот так вот. То я смогу управлять черепашкой. Я не могу заставить саму баночку двигаться как черепашка. Жаль. Жаль. Задумка была интересная. Но людьми я теперь знаю, как управлять. Только как бы им теперь впаривать что-то в руки? Вот, вот это я не знаю. Черепашечка всегда со мной. У меня появился отличный друг. Hard drive. Я не знаю, зачем мне hard drive. Кстати, мне нужно найти... Ты кто такой? Ну, ты кто такой? Он не хочет разговаривать. Слушай, может, купишь у меня Wellspring? Йоу. Йоу. Ответим точно так же. Ты хочешь что-нибудь купить? Я могу вернуться, если ты хочешь что-то купить. Не, все хорошо. Хотел немного ботиночек купить. Как сигаретка? Вообще-то я нашла целую новую пачку. О, клево. Ее бы взломать. Реально, можно с помощью еды и газировки, которую я даю, и пива, которое даем мы можем управлять людьми. Заставить их ходить, например, кругами. Что еще можно с ними сделать? Интересно. Хочу найти Хэнка. Сегодня у нас такой вот день, когда... Я знаю, где можно найти Хэнка. Когда мы занимаемся сенсеями, пусть они нас учат. Хэнк, ты? Давай-ка. Как дела, Себастьян? Как работать в отеле? Отличная погода сегодня. Ты знаешь что-нибудь про министерство в городе? Министерство компьютеров, которое? Возможно. Или нет. Не особо, я думаю. Что ты именно имеешь в виду? Я, типа, не знаю, чем они занимаются. Well, they make the rules about what... Ну, они принимают правила о том, что нам разрешено и что нет. Но они также сделали много чего хорошего. Разные исследования и прочее. И их не изобретения, все их не изобретения. Какие изобретения? Расскажи. Ну, ты знаешь, компьютеры, сети и все такое. Вещи, которые делают каждодневную жизнь легче. И это конспирация, конечно, это то, что ему не нравится. Модификатор чего-то? Как мне выучиться пользоваться им? Я и друзья используем... отвертками использовали на них.
Это лучше всего узнать, как ими работать. Я могу показать тебе основы, если ты хочешь. Отверткой можно на модификатор? Интересно. Да, пожалуйста, реально. Это будет супер классно. Я не знаю, выучил. Это будет супер классно. Если я даже ничего не выучу, все равно будет хорошо. У тебя есть немного времени прямо сейчас? Конечно, завались. Круто. Пошли со мной, и я проведу тебя в какое-то тихое местечко. Погнали, погнали, погнали. Давай, Хэнк. Покажешь мне, как программировать, может, девушек цеплять. Если кто знает, кто такой Хэнк Муди. Погнали. Куда идем? У меня, кстати, жесткий диск с собой. Жалко, что на жестком диске его нельзя ни взломать, ничего на нем хранить. Ага, ну пошли сюда. Это домик. Тут, кстати, и руководство находится. Подойди, пожалуйста, сюда. Да. Ну так, начнем мы. I just realized there's something. И мне надо кое-что сделать, вернусь через минуту. Давай, начинаем. Ты уже пользовался своим модификатором? Вообще-то нет, немножко. Я кое-что взломал с помощью ему. Да, немножко просто. Хорошо, это хорошо. Ой, фильмы отвлекает. Ты понял, как он работает? Нет, давай, нет, пока. Блин, фильм отвлекает, так интересно смотреть. Основной принцип — это соединение модификатора, подсоединение модификатора к какому-то объекту. И ты можешь увидеть любой код, который содержит этот объект. Все ли объекты имеют внутри них код? Это как маленькие... Я не знаю. Маленькие атомы, да? Большинство из них имеет, как ни странно. Но я не удивлюсь, если в них есть какие-то вещи, которые тебе не позволено увидеть. Следующий шаг. Что-то там... я покрою сегодня только основу. Это, наверное, как модифицировать объекты. Давай, начинай. Жги. Вот, я тебе дам немного попрактиковаться. Снова мистический куб. Что это? Какой-то мусор, который я нашел на свалке. Странная хрень. Твоя первая задача сделать, заставить его сиять. Но откуда этот дым идет? Ты тут правильно понял. Это значит, что объект поломан. Если ты посмотришь на код, то ты увидишь, что там куча мусора. Удали все. И нажми Compile. Или нажми Ctrl-Enter. Это быстрые клавиши. Кстати, я не помнил про быстрые клавиши Ctrl-Enter. О, это отлично. Это не звучит сложно. Я должен удалить весь код. Быстрые клавиши. Да. Вместо того, чтобы нажимать кнопочку Compile, нажимаешь Ctrl-Enter. Мне удалить весь текст? Я как дебил. Да, ты правильно понял. Просто удали весь текст. Точно весь текст? Попробуй сейчас. Ну, давай. Ой, крокозябры. Удаляем крокозябры. И как там? Ctrl-Enter? Есть. Быстрые клавиши. Хорошо. Браво! Видишь, он перестал дымиться. Или курить. Это значит, что там больше нет ошибок. Хорошо. Воу. Да, комрад. Окей, so why was there an error? Почему там раньше были ошибки? Ты ошибся! Хэнк. Since it was only a string of random... Это было из-за кода, так как это были случайные наборы символов. Весь код должен быть правильно написан. Ой, это, наверное, сложно. Для дебила. Ну что ж, продолжаем дальше. Следующая задача, вообще-то, заставить его сиять. О, это звучит очень тяжело.
Нет, ты справишься очень легко. Ты должен вызвать функцию в кубе, чтобы завершить задачу. Функцию? Да, это как вещи, которые делают что-то. Чудесно. И ты вызываешь функцию, написав ее имя. А затем значение, которое ты хочешь отправить в функцию. То есть цифры, которые ты хочешь отправить в функцию как значение. Подожди, подожди, помедленнее. А какие еще кавычки? А буквы пишутся в кавычках. А, то есть как вы думаете? Тебе нужно вызвать функцию setColor. И дать три значения. Например, вот так. SetColor 111. А что эти три значения делают? Ты сам увидишь. Ну, давай. Значит, SetColor 1.2.3. Вот так. О, отлично. Выглядит действительно хорошо. Это было достаточно легко. Ой, моя голова раскалывается от всего этого. Это так тяжело программировать. Да, конечно. Так тяжело программировать. Как я это смог? You should grab a coffee. Ты должен время от времени пить кофе. Я вас понял, сэр. У нас есть лишь еще одна задача. Затем мне надо возвращаться, чтобы посмотреть какую-то вещь в гостинице. Хорошо. Ну, я хочу сделать что-то очень классное. Ну, переменные очень полезная штука, чтобы их знать. Дай мне куб на секунду, и я покажу тебе кое-что. Ну, давай, отдадим. Подожди. Подожди, подожди, подожди. Turn. Не-не-не, не так. Turn. Секундочку. Не-не-не-не-не. Открываю, пожалуйста, лого. Взломать его. Давай, turn right, да? Вот эта команда. Есть. А потом move, move, move. Mystical Cube. Вот он поломанный. Хак. А, ну это надо, чтобы он съел, да? Turn right. И давай. Move. Еще раз move. Не, это не работает. Да, это нужно не кубик ему дать, а еду. Если он ест еду или пьет напиток, то тогда он исполняет что-то. Ну хорошо. Давай, даю. Я думал так ему дать. А булочку можно ему дать, допустим, сейчас? Булочку тебе дать. Да, можно дать ему булочку. Знаешь, давай наркоту. Взломаю. Сейчас я тебе дам. Quick boost. А потом... Подожди, есть quick... Corrupt. Нет, corruption нету такого. Turn left, turn right. Да-да-да-да-да! Есть триппи, я хочу посмотреть, что будет с триппи. Вот где я и проверю функцию триппи. Так, отлично. А здесь, пожалуйста... Turn right. Да, есть такое, да. Давай. Он повернется направо два раза. Затем повернется. А можно там задавать градус? Было бы удобно, если бы можно было бы задавать градус. Нет, просто поворачивается налево. Хорошо, тогда move. Move. Вот так вот. И пройдешь 5 шагов. Сейчас я тебе дам булочку, сожрешь ее. А потом триппи и все такое. Давай, держи. Это не кубик, чувак. Блин.
не получилось. Но можно управлять через, реально, через еду и через выпивку, можно управлять людьми. Ха. Жалко, пока никому ничего не надо дать. Давай, держи себе мистический куб. О, спасибо. Я только изменю немного код. Давай. Блин, жалко, их нельзя заставлять есть. Или чтобы они ели. Ну, ты меняешь код? Чё ты ждешь? Чувак. Чувак. Печалька? Чё, все печально стало? Ну-ка, загрузим. Автосейв. Давайте сейчас быстро я пройду всю эту штуку. Сенсей, научи меня всему, что знаешь сам. О, сенсей, о, сенсей. Я должен у него уже дома появиться, по идее. Под конец, к сожалению, заглючил. То есть вот тот бомжик, который пиво просил. Интересно только, какие команды. Ну, понятно, движение. То есть мы можем заставить их куда-то двигаться. А что еще можно с ними сделать? Деньги свои отдать, наверное, нельзя. Но через напитки реально можно управлять. Так. Ага, это мы как раз пошли за ним. Давай, на этом закончим задачу. Заходим. Возможно, я сам сейчас сожру наркоту и попробую на себе триппи и все эти прочие штуки. А каково еще? Нельзя же никому дать. Наркоты никто не просит, ни выпивки, ничего. Это было бы круто. Ладно, идем сюда. Все. Привет. Окей, начнем. Давай. Давай, начинаем. Пока. Ты уже пробовал модификатор? Да, я его использовал. Хорошо, это очень хорошо. Знаешь, как он работает? Да, ничего сложного нету. Отлично. Я не знаю, что еще мне тебе научить. Нет, please go ahead. Пожалуйста, научи тому, что у тебя на уме. Отлично. Так, где мы начнем? Основной принцип модификатора то, что он соединяется с объектами. Да, и можно увидеть весь код, который там есть. Хорошо. Я понял. Отлично. Следующий шаг. Догадаться, как вставить свой код в объекты. Я сегодня только основы объясню. Хорошо, давай, бей. Вот я дам тебе на чем-то попрактиковаться, я понял. Так, и что теперь? Просто заставь его светиться. Хорошо, давай. Не вопрос. И заходи в код и, значит, удали все с помощью программы. Окей, это не должно быть сложно. Это очень сложно, я не знаю, как это сделать. Ну давай, пробуй. Как же это мне сделать? Как это все код удалить? Просто я не знаю как. Ctrl-Enter. Есть. Давай. Браво! Аплодисменты. Видишь, он перестал курить. Теперь как мне подсоединен? Ага, теперь он больше не дымит. Хорошо, что я должен был сделать? Ну, просто удалить код. Так я это и сделал. Я это и сделал. Все, он теперь... Ну? Чувак! Так я удалил код. Твою мать! Ну, от такого мне остается только, знаете, что сделать? Беру с нас. Хак. В следующий раз мы с ним договорим, да? Quick Boost. Давай, Триппи. У меня Триппи. Триппи. А что это делает? Просто Триппи.
Посмотрим, что такое у нас будет. Триппи. А здесь давай турн. Turn left. Move. 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 На этой ноте я и закончу. А потом снова с ним поговорю. Итак, стою сюда, повернуться налево. Это в ту сторону и пройти, наверное, да? Причем градусы нельзя указывать. Хотя в коде Monkey и коде Combat как раз можно градусы указывать. Это было бы круто. Нет, давай, стал сюда. Нет, нет, нет! Да твою ж мать, как же здесь неудобно-то. Отлично. Давай, принимаю. Одну штучку. И... Не понял. А чё со мной ничего не произошло? Я же взломал? Скомпилировал. Ну-ка. Или что это такое? Ничего не произошло. Печалька. У нас сломался наш помощник, поэтому до следующего эпизода, ребята. Киберреволюция и киберпобеда еще ближе.